Merci, Sylvie. Merci, Sylvie. Лучи сдадим, да, лучи? Да, все лучи сдавайте. Завтра стоят. Анатолий! Состояние до тренировки вот запомнили, ребята? Я запомнил. От души. Сейчас последние сборы я вот когда пересмотрел там питание там и еще какие-то моменты, ну, стало легче. Раньше вообще как бы первые сборы там все просто в яму такой падаешь и потом из нее вылазишь. Компания Sun Airlines. Всего вам доброго, побед и берегите себя. Давайте начнем с вопросов Дмитрию, да, отпустим, а потом уже Валерию. И Марио Ионов, да? Потери кого из этих футболистов наиболее, скажем так, чувствительно в свете предыдущего матча с Тигром? Добрый вечер. Какая-то все спрашивает про имена Марио Ионова. Самый чувствительный не на такой потери Марио Ионова, так как они даже заявку попал. Вот, хотим играть, мы, по-моему, опять же, не подстраивались и под Хорватию. Оставьте пацана, там лежит спокойно. Поэтому так же все делаем, начиная. Вспомним то, что мы делали буквально 2 дня назад, когда мяч вратаря, когда мяч в этой зоне, когда приедет к нашим воротам и наоборот. Окей? Погнали. Ба! Хорош, 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 х
задача другому. Вы хотя бы посмотрите, как мяч на фоне трибуны тех летит. Там белые кресла, синие, где-то он исчезать будет, да, на фоне белых. Скорее всего, завтра болельщиков не будет. Просто посмотрите глазами. Да. Такая зона большая, да, надо быстрее. Очень большая. И опасно. И кто получил здесь, он получил здесь. 40 метров до оборота. Вообще. Олеч, давай. Давай. Выше, 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 выше. Вау! Там рог рядом. Я видел.